Привет, друзья и подписчики моего канала. Вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы. Знаете, куда я топаю? На наш покос. У нас теперь ежедневное развлечение. Кстати, занимает совсем немного времени. Так, если не торопясь, то час. А если прям по ускоренной программе, полчасика и готово. Извиняюсь. Вот. Дядя Юра, наш сосед, любезно согласился нас, в общем, выручить и покосить нам траву. Потому что сами мы не то чтобы не умеем, мы можем триммером косить, но нас не хватает просто на все. У нас папа на развозе молока, в храм ездит. В общем, дел полон рот. Как говорится, все равно вдвоем не управиться. Поэтому теперь у нас помощник в виде нашего соседа. Хотя бы на час в день, и то хорошо. Слава Богу. Так, сейчас я вам покажу это действо. Как оно меня завораживает. Невыносимо просто становится. На душе так легко, хорошо. Живу в деревне, называется, да? А что это за цветочки такие красивые? Сурепа. Сурепа? А, ёж это. В детстве грызли мы. Что в детстве? Я молоденький, ты сейчас так вот... Сейчас кушаешь? Ничего себе. Слушай, ну это ведь какая-то, наверное, это дальний родственник репы, да? Не просто же так она сурепа называется. Близкий родственник рапса. Рапса. Знаешь, я в этом не разбираюсь. Масло рапса, вы знаете? Масло рапсовое слышала, да. Вот что вот, вот сурепка, вот, это ее... Классно так уже подкосили. Это где он нам разрешил-то, мужчина? Ну, ну-ка. Внутри вожатки, вот, глянь, там что есть. Ой, так это ж мы еще и благое дело сделаем. Да. Мы же еще здесь храмовую территорию, прихрамовую почистим, как говорится. Им-то трава точно не нужна. Ну и замечательно. Я сейчас зашел, так подошел, глянь, говорю, ого. Да, да. Звоню, говорю, а если вот тут вот? А главное, все рядом, никуда ходить не надо. Отлично, отлично. Это очень здорово. Я себя прям чувствую каким-то этим первым проходцем. Все как это, люди-человеки косят тракторами, да мотоблоками, а мы вернулись в прошлое. Ну что, моя красоточка, сегодня ты у нас не воюешь, да? Сегодня не воюешь, ну ничего, привыкнешь. Я думаю, недельку, наверное, да, пообтешишься. Ты моя хорошая. Да, моя хорошая, да-да. Угостим, угостим. Сейчас привезешь травку и угостим тебя чем-нибудь вкусненьким. Молодец, девочка, молодец. Труженица наша, наша Глория. Труженица. Травку сейчас привезем свежую. Нашим коровушкам, кормилицам, да. Красоточка. Трава прям зачетная, Юр. Свежак. Сочный. Решила себя поснимать на память, потому что скоро я уже такой не буду. Надеюсь. Надеюсь, все это спадет с меня в ближайшее время. Вот. Дождемся мы с вами нашего принца на белом коне. На сером, ладно. Вот. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Осталось нам чуть-чуть добрать травки и поедем домой. Не забыли, все поставили лайк. Пока-пока. О, хрюшкам привалило счастье в виде витаминных подкормок.
Травка. Да, травка. Кушаем, кушаем. Сплошные витамины калории. Белок, белок. Крапивный белок.